Всем доброго вечера. А вот она, моя братва вся. Ну, не вся, но практически. А вот мой красавчик стоит. Приехал, ребят, на работу меняться. Мой стоит, дав. Мишаня. Здоров, славян. Короче, вся банда здесь. Приехал, короче, принимать дафа. Попрем в ночь в работу сейчас. Ну все, дорогие друзья, я сменился. Я снова в строю. Я снова с вами. Короче, просто по-быстрому, пока поменялись, уже темнеет быстро, пока поставил машину, пока со сменщиком поменялись, переложил вещи и все, и уже стемнело. Поэтому даже ничего не успел поснимать. Так, все нормально, с тачкой все в порядке, мы сменились, поменялись. Вот, Артур поехал домой отдыхать, я поеду работать. Я застелил. Взял дома такую чистую постельку. Сейчас я такую пока просто накину. Вот, а тут вообще раскладываю, короче, еду. Так, что у нас с собой есть? Помидорчики, огурчики. Здесь. Так, что у нас здесь? Здесь у нас блинчики. Вкусно пахнут, с ветчиной и сыром. Контейнеры, ребята. Каждый день. На каждый день. Дешевый вариант. Какая разница, где еду ложить, правильно? Че понтоваться? Здесь, ребята, пища богов. Я на одну смену еще не уезжал, чтобы я не брал с собой такую пищу. Ха! Это жареные пельмешки. Кто любит жареные пельмени? Ну-ка, быстро лайков накидайте, сколько нас. Так. Жареные пельмени. Здесь у нас крабовый салат. Огурцы, помидоры. Здесь сырок такой есть. Сейчас все, холодильник будет убираться. Тут у нас икра кабачковая. Это что у нас там еще, ребятки? Черный хлебушек. И колбаска. Ну и, конечно же, водичка. И просто вода. Вот и все. Папирос с собой, сигарет взял. Да, ребята, это гадость, не курите, я тоже хочу бросить. Короче, ребята, это Славяна взял лист отчетный. Сейчас, короче, надо сесть отчет написать. Это, короче, за месяц, да? Сейчас вам покажу, как это вот. Имя, фамилия, отчество, госномер, марка машины, пробег, со смены, когда я сел. Так, период с какого числа по какое, количество рейсов. Вот так, мочевины, пробег, наконец смены. Так, количество ДТ, расход за смену, остаток, ну это все пишется и пошел. Здесь вот первое, второе, да, число, здесь вот за первое число, допустим, грузился там, разгружался там, сколько рейсов. И вот так вот на каждый день, и это надо все заполнить, записать, приложить сюда там чеки на солярку, накладные, куда я там ездил. И, ну, короче, нужно написать отчет, и потом получишь зарплату. Так вот, ребятки, прежде чем получить зарплату, месяц отработал. Пишется отчет, отдается руководителю, и он выдает деньги. Он сверяет рейсы и отдает бабки. Шеф у нас красавчик, Диман. Ты капитальный красавчик. У нас здесь ни одного дня задержки, ребят, нету. Это очень сильно радует, потому что есть такие организации, где задерживают зарплату. Кто-то стучит. Кто стучится, дверь моя? Видишь, дома нет никто. Никто. Мишань, ты мне яблочко принес? Да. Ты какой красавчик, а? Ты спать пошел? Да, пойду спать. Давай. Во сколько поедем? Да. Не знаю. В два, в три? Давай, наверное, в три. В три? Сейчас пойду деньги разменяю и поедем. Деньги? Давай. Короче, ставить будильник на сколько? На три ставим. Ровно на три. Давай. Мишаня яблочко принес. Угостил. Спасибо тебе, Мишань. Это вон и домашние яблоки. Ну так, ребят, все аккуратненько уложилось и поместилось. И хлеб, ребята, да, тоже в холодильнике. Дав. Почему, ребят, хлеб в холодильнике? Да потому что он там намного дольше хранится. Так он начинает черстветь, жестче становится. В холодильнике он дольше хранится. Он не черствеет, не пропадает, плесень никакой не покрывается. Еду, ребят, с собой надо брать.
Вот, и чтобы она дольше сохранилась, ее нужно в холодильнике держать. Так, ну все, ребят, в принципе, все разложил. Здесь все убрал. Осталось сейчас подраскидать вещи, шмотки. Сесть, накатать, напечатать все. Напечатать, да, конечно, напечатать. Вот, и еще в Инстаграме, ребят, я делал, не, как вам сказать, не рекламу, а посоветовал, да, своих хороших друзей, посоветовал своих, можно сказать, да, очень хороших знакомых по поводу вот, музыки, кто мне музыку делал. Там начали писать мне там какие-то гадости. Толян, типа, блядь, ты свои, там что-то, как же написали, свои рекламы, там что-то погибнешь. Блядь, парни, я говно вам не втюхиваю. Если вам нравится музыка, вы можете пойти послушать, посмотреть, как парни музыкой занимаются, как они проекты делают. Это же интересно, это что, блядь, реклама какого-то XBET, или я вам там рекламирую какие-то, блядь, игровые аппараты, где вы бабки просрете, нет. Если что-то нужно, если мне даже бывает кто-то там что-то скидывает, я, допустим, не знаю, что вокруг, да, там происходит, мне некогда, допустим, телевизор даже посмотреть, новости, ну, бывает, кто-то что-то скинет интересное, я посмотрю, да, интересно, я подпишусь, и бывает, посмотрю, посижу дальше также. И, допустим, мне это, ну, интересно, мне понравилось, я, допустим, впервые такую увидел, да, музыку, я вам посоветовал, почему бы нет. Если кто не в курсе, про что я говорю, да, это про ролик, я говорил, который... ниже по поводу самой громкой музыки. Почему не было музыки? Все говорят, вот мы ждали там музыки. Толян, блядь, как она забабахает. Ребята, это YouTube, и он банит ролики с музыкой, нарушение авторских прав. Я только за вам показать, да, включить. Я давай там кучу музыки листать, и, блин, она вся не подходит для YouTube. Я добавляю, они сразу ролики такие блокируют, потому что это нарушение авторских прав. Надо найти такую музыку где-то либо без, наверное, скорее всего, без слов, либо, наверное, чисто какая-то мелодия. Можно с Нойки взять со звонка, там, тиридин, тиридин. Если только такую, или вот как смс-ка мне сейчас пришла, такая прокатит, да, она без, наверное, нарушения авторских прав. А если я обычную музыку вставлю, покажу вам, просто я добавлю этот ролик, и его, наверное, ну, в течение, наверное, 5-10 минут его сразу как бы блокируют. Поэтому я не смог вам просто нормально показать. Если вы хотите прямо вот услышать, да, как она нормально как бы играет, это я могу либо какой-то ролик заснять там в Инстаграм, выложить, да, как она играет. Тем более, кто на меня в Инстаграме подписан, они все смотрят, я в сторис, да, выкладываю там, как музыка там играла, то же самое, там, потому что там с музыкой вообще проблем нету. А в Ютубе тут чуть такие понятия как бы напряженные. Здесь можно снимать все, что хочешь, но кроме такой музыки, которая не твоя, не нарушать авторские права. Если я буду нарушать авторские права, просто канал забанит, ну, заблокируют вообще, там, по-моему, 2 или 3 нарушения авторских прав, и канал заблокируют. Поэтому я не хочу, чтобы его заблокировали. Поэтому кто ждал громкой музыки, да, вы не дождались. Вот, я 12 числа поеду на новый быт, как я в том ролике говорил, здесь будут соревнования вот эти по, что там, битва за Москву, да, самая громкая музыка, я туда поеду. Вот, и там даже включат эту музыку и попрошу подобрать такую, чтобы она какая-нибудь там с басами такая какая-нибудь интересная была, но чтобы она как бы прокатывала, понимаете, да, на Ютубе. Это просто, представляете, какой геморрой, это я добавляю ролик, они его блокируют, где блокируют, я просматриваю там 2-3 секунды или минуты вот этого куска, надо ролик удалить с Ютуба, надо заново его смонтировать, этот кусочек вырезать, добавляешь, потом хуяк, опять какая-то тема не прокатывает, это музыка. Ну, короче, с музыкой вообще тяжело на Ютубе, поэтому как бы лучше, ну, музыку не вставлять. Прежде чем какую-то музыку вставить, это такой геморрой, это надо какой-нибудь кусочек видео 5-минутный сделать, туда какую-то музыку добавить, смонтировать, залить этот 5-минутный ролик, скрыть его. Если его не блокируют, эта музыка, если она висит минут 10-20, значит, его не блокируют нормально. Этот маленький кусочек ролика удаляешь, потом эту музыку ищешь, вставляешь нормальный ролик. Ну, короче, с монтированием роликов это очень так проблематично. Вот, поэтому, ребятки, за рекламу не обижайтесь. Если я что-то рекламирую, то я рекламирую нормальные, толковые вещи, не только как бы, да, для вас, а для всей своей аудитории, потому что, ну, стараюсь говна не рекламировать. То, что я рекламирую, тот же автоспот, да, это сайт по подбору новых автомобилей,
если вы хотите приобрести новый автомобиль, там по ссылке все дела. Ребята, да это просто обычный сайт. Хочешь ты машину купить, зайди на сайт, купи, посмотри, закажи, да, если ну, кому-то это нужно, потому что, допустим, я полазил, посмотрел, мне это понравилось, да, это легкодоступная такая тема. Может быть, это кто-то об этом не знает. Я просто рассказываю, да, нравится, как бы, посмотрите, не нравится, вы можете эту минутку маленькую перелистнуть, смотреть дальше ролик. Я никого же там не принуждаю там что-то делать. Там что-то там, не знаю, обязательно там закажите карты, там Тинькофф или еще что-то, кредитные какие-нибудь, или там, блядь, всякие вот эти 1xbet, где ты, блядь, бабки все свои просрешь. Я что-нибудь путевое вам советую, поэтому, ребятки, не обижайтесь. Всем добра. Мы отдыхать и снова в бой. Ребят, двигаюсь по МКАДу, короче, еду в сторону Пушкина, город Пушкина. Наверное, пару часиков поспал, проснулся в 3, выехал. Двигаемся, потихоньку двигаемся. Время 5. Уже подлетаю к Ярославке. Тут чуть-чуть совсем уже осталось. Сейчас буду уходить на Ярославку и на Пушкина. Так, у нас время 5. Получается, наверное, я где-то через полчасика, минут через 40 уже буду в Пушкино. Поэтому, наверное, можно будет еще чуть-чуть поспать, потому что, наверное, выгрузка будет, ребят, ну, где-то часиков 8. Не, ну 8 это, наверное, так, я думаю. Скорее всего, наверное, ближе к 9, потому что 8 только рабочий день начинается, пока все подтянутся, пока все там, не знаю, соберутся. И я думаю, нас, наверное, все-таки нам накладные отметят. Это в часиком 9. А может быть даже к 10. А что будем гадать? Посмотрим. Сейчас приедем, да все и увидим. Какой же кайф ехать по ночной Москве, когда нет никаких заторов, нету пробок, Москва свободная, пустая, прям кайфово. Перебрался я, ребят, короче, на Ярославку. Держим путь в сторону Пушкина. Ну что, ребят, с добрым утром или не с добрым? Доброе, ну или не доброе. Помните, сюда я ездил, здесь был заезд, здесь было очень много-много техники, вот, и вот здесь вот ремонт был, вагончики здесь стояли, вот здесь вот было целое большое-большое-большое поле глины, техники много было, ну вот, а здесь уже, как вы видите, уже и асфальт, и склад стоит, второй причем, здесь было все в глине, а я возил вот на этот склад, вот на этот. Ну, хотя его тоже нихуя не было, там были одни столбы стояли, мы туда щебень возили. Ну вот, можно сказать, за лето построили 2 склада. Вот так вот, ребятки, тут трудятся, работают. Вот, примерно где... Я пока, блядь, тут не соображу, сейчас грейдер уедет. Вот здесь мы всегда спали, и вот сюда мы всегда возили. Здесь мы разгружались. Кто меня давно смотрит, я думаю, помнит. Вот именно сюда мы и возили. Именно для этого склада. Ну, как вы видите, здесь уже все готово. Склад полностью готов. Так, ну а что? А теперь мы на другой склад приехали. Блин, давно я здесь не был. Давненько, давненько. Не булькнуть бы здесь. Я помню, когда мы сюда возили щебень на первый склад, здесь одна глина была, и сюда возили самосвалы. Глину возили на отвал. Блин, ни хрена себе тут. Блять, под таким углом заезжает, да? Охренеть. Меня стягивает пиздец. Да, в Олеговичу 2 моста, бля, они да, тащат. Олежка не поднялся. Ну как не поднялся? У него руль тянет. Стаскивает его, блядь.
А ты куда поехал? А ты куда, Олег? Выровняться надо будет, блядь. Меня стянуло нахуй. А, ты назад хочешь сдавать? А попробуй заедь, и тогда попробуй заехать тоже. Ха-ха, ты меня хочешь первым послать? У меня руль тоже лысый. Да, блядь. Вот, вот так нежданчик. Поехали, 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 поехали. Опачки, блядь, не вытянули. Бляха-муха, вот так незадача. Так, как быть? Ребят, когда машина не пошла на второй, включаем первую передачу. Машина стоит на ручнике. Отпускаем плавное сцепление, машина начинает напрягаться. Подаем газку потихонечку, отпускаем ручник. И все, и машина поехала. Плавно, плавно, плавно. Это, знаете, как называется? Такая черепашка. Ехал на второй. Но, видите, на второй дав не осилил. Пришлось ему первую втыкать. И куда тут валить? И как тут разгружаться, блядь? Как тут разъезжаться? Бля, как загонит куда-нибудь. Интересненько. Да? Наверное, сейчас куда-то, наверное, туда. Или я даже пока чуть не представляю, как это будет выглядеть, как тут выгрузиться. Так, ну что, ребятки, подписал он мне накладные, подошел. Вываливать, говорит, вот куда-нибудь вот сюда вот. Че? Опа, ни хрена себе, блин. Короче, куда-то сюда. Я прям сейчас сюда и сыпану. Только потом, как мне здесь развернуться, выехать. Ладно, сейчас будем как-то что-нибудь пробовать. У нас-то, в принципе, выбора-то нету. О, Олежка забрался. Ну вот, как-то так, как-то так. Нормально. Рабочие моменты. Сейчас я ему полный ковш насыплю. Олежка. Короче, ребят, сейчас надо разгрузиться и как-то еще вывернуть туда, выехать. Либо развернуться. Сейчас будем смотреть. В крышу бы еще не упереться. Что-то получилось вроде, да? Нормально, нормально. Тачка вся грязная, блядь. А мыть ее смысла нет. Видите, какая погода. Дожди, карьере грязь, параша, каша. Короче, убрали они велосипед этот. Подъемник тут два даже было. Вот он один. Вон он, второй они вот отогнали. И все тут. Чтобы нам проще было развернуться. Ну и все. Так, ну. Сейчас у нас Олег вываливает. А потом вываливает у нас славяновский ДАФ, но там Мишаня.
заезд такой чмошненький, короче, немного. Немного чмошненький заездик. Ну ничего, нормально. Заехали, разгрузились. Блин, охренеть, второй склад уже готов. Во, строят, как быстро-то. Люди работают, да? Дизелек, дизелек запускает. Не запустился. Генератор дизельный. Вот, смотрите. Синий. Пух-пух-пух-пух-пух. Хуя, он что, на угле, что ли, бля? Все. Дизель-дизель дал вспышку. Ага, дорогой, так он не запустился. Солярочку прокачать, наверное, надо. А, вторая попытка. Пошел, пошел, пошел. Во. Пятачочек здесь был. Тут тоже разгружались. А вообще, ребята, ну, кто давно смотрит, я даже снимал, были такие моменты, там нам перекрывали дорогу, мы там разворачивались и оттуда, так вот, задом, 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 и сыпали, сначала заезд отсыпали себе, а здесь не было ничего. Ну, короче, нормально, они здесь по-быстрому построили. Вот этот склад, честно, я даже не заметил, как они его построили, потому что я в нем участия не принимал. Мы на другие объекты таскали. У нас сюда наемные машины тягали. Быстро они его построили. Я извиняюсь, а вы что, там разгружались, да? На складе. А, я же не пойму, куда вы пропали. Куда вы пропали? Никуда. Асфальт здесь постелили. Вообще, пацаны, ребята. А вот с выездом здесь хреновенько. Чтобы мне выехать сюда налево, я справа, блин, ни хрена не вижу. Вон машины летят. Ну, на камеру-то понятно видно, потому что я камеру выдвинул вперед. Ага. Теперь здесь летят. Я попробую выехать отсюда. Так, здесь у нас никого. А там? Там летят. И я их нюх ковырял, блядь. Да. Все деньги, что остались в кошельке. Но бывало, мы и здесь залипали тоже, спали вот так вот, как парни стоят. А выбора-то не было. Друзья, вы посмотрите на эту красоту. Смотрите, какие деревья красивые. Кайф, ну просто кайф. Есть такие прям яркие-яркие деревья, очень красивые. Вот она примерно где-то в серединке, там такая густая, желтая-желтая. Блин, ну вообще кайф. Вот можно было бы куда-нибудь загнать в такую красоту и пофоткать тачку. Блин, мне кажется, крутые бы фотки получились. Но здесь уже березы голые, конечно. Ай, ну это песня, просто песня. Песенка. Природа делает свои дела. Ну, я думаю, сейчас, наверное, день-два. Сейчас хороший ветер, и все. Деревья голые все будут. Вся эта красота попадает.